Молодые дарования из Краснодара, Воронежа, Темрюка и Крыма прибыли на курорт, чтобы принять участие в открытом чемпионате по художественной гимнастике. Всего за право стать победителем в течение двух дней боролись более 150 спортсменок. Чемпионат проводится традиционно, сколько уже существует гимнастика художественная в городе-курорте Анапы. Это с начала 90-х годов. Мы ежегодно формируем после чемпионатов и первенства города Анапы по художественной гимнастике, мы формируем сборную команду. То есть эти соревнования классификационные. Мы на этих соревнованиях будем отбирать детей для комплектования сборной города-курорта Анапы по художественной гимнастике. Возраст участниц от 7 до 15 лет. Соревнуются как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях. Анастасия Дениженко приехала из Симферополя. Художественной гимнастикой занимается более 2 лет. К этим соревнованиям последние 3 месяца готовилась по 5-6 часов в день. Это опыт, в первую очередь. Мы, конечно, очень рады, что нас пригласили. Это большая гордость выезжать на материк с нашими умениями, знаниями, что-то новое почерпать, что-то показать. Очень довольны. Хочется грация и, конечно же, всегда умение вести себя на сцене, на публике, не бояться, скажем так, и красивый вид спорта, самый красивый, грациозный и так далее. Художественная гимнастика, обожаю. По итогам турнира анапские спортсменки завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. Уже в ближайшее время они представят Анапу на краевых и всероссийских соревнованиях. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа регион.